Очередной застройщик выслушал приговор в Краснодаре. На этот раз подсудимый, действуя совместно с неустановленными следствием лицами, обещал гражданам построить для них комфортабельные коттеджи в поселке под названием Малиновка, расположенном на территории города Краснодара. Запустили рекламу в СМИ, подключили риэлторские агентства. Правда, строить ничего не собирались. Людям, желающим приобрести коттеджи в указанном поселке, демонстрировалась заведомо недостоверная разрешительная документация на строительство. Договора подряда на оказание услуг, связанных с бронированием и оформлением в собственность жилых объектов, были заключены более чем с 30 гражданами. Перечисленные ими деньги подсудимые и его сообщники похитили и израсходовали на цели, не связанные со строительством объектов недвижимости. Ущерб от действий злоумышленников составил более 112 миллионов рублей. В судебном заседании подсудимый своей вины так и не признал. Однако суд, изучив доказательства по делу, счел их достаточными для постановления обвинительного приговора и назначения наказания. Ближайшие 6 лет недобросовестный застройщик проведет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.